В течение недели все наши школы области перешли на дистанционное образование. И с целью создания спокойной, комфортной атмосферы и проанализировав все обращения, которые поступают в наш адрес, мы обращаемся к нашим образовательным организациям с тем, чтобы они четко определили минимальное количество интернет-ресурсов, используемых для изучения нового материала, для выполнения заданий нашими обучающимися. Также мы обращаемся к нашим педагогам. Уважаемые педагоги, необходимо четко понять обратную связь с нашими обучающимися во время, во-первых, передачи заданий для исполнения нашим детям. Это необходимо использовать через электронный дневник. Если у ряда наших родителей некоторых нет такой возможности и доступа к электронным дневникам, использовать другие возможности технические. Это электронную почту, это телефонную связь и другие варианты. Но необходимо четко определить вместе с родителями данные возможные варианты технической связи. Кроме того, мы не должны перегружать наших детей по объемам учебной нагрузки. Мы должны четко соблюдать объем выполнения материала на уроке с продолжительностью занятий, которые определены режимом работы образовательной организации. Для педагогов необходимо, чтобы урок был четко структурирован и понятен как детям, так и родителям. Ну, конечно же, то, что касается домашних заданий. Мы должны минимизировать объем домашних заданий. Для детей начальной школы, возможно, сейчас, в настоящее время, в период перехода и организации дистанционного образования, исключить домашние задания. Особенно это касается письменных домашних заданий по таким предметам, как технология, основы безопасности жизнедеятельности, музыка, изобразительное искусство, и другие предметы, касающиеся именно таких подходов, дополнительных подходов. Обращаясь к педагогам, мы также хотели бы сказать, что не нужно требовать от детей жесткого контроля выполнения домашних заданий в день проведения данного урока. Не все дети имеют технические возможности выполнения заданий именно в этот день. Соответственно, индивидуальные особенности, которые тоже есть у наших детей. Используя и учитывая индивидуальные возможности технические, необходимо давать детям отсрочку выполнения домашних заданий. И то, что касается отметок. Обращаясь к педагогам, хотелось бы сказать о том, что в настоящее время лучше использовать устные, словесные системы оценивания, особенно для детей начальной школы. Не использовать негативные словесные системы оценивания наших детей, ну и, конечно же, неудовлетворительные отметки. То, что касается таких предметов, как также технология, основы безопасности жизнедеятельности, музыка, изобразительное искусство, технология, использовать систему зачет-незачет. И если использовать отметки и выставления, то только за контрольные работы, которые предполагают наши рабочие программы, либо за комплекс заданий, которые идут по окончании выполнения раздела или темы рабочей программы. Ну и, конечно же, обращаясь к нашим руководителям образовательных организаций, заместителям руководителей, хотелось бы сказать, чтобы нужно системно, в ежедневном формате анализировать поступающие проблемы от родителей, от наших детей при организации дистанционного образования и своевременно реагировать и принимать меры по их минимизации. И тех детей, которые не имеют возможности технической или имеют особенности в состоянии здоровья, интеллектуального развития, выводить их на индивидуальные учебные планы. И такую возможность необходимо предусмотреть в каждой образовательной организации. Таким образом, мы с вами войдем в более штатный режим учебного процесса, дистанционного образования. И думаю, что мы будем минимизировать все негативные последствия, которые это может вызвать.